Добрый вечер вам всем, мои подписчики и все зрители Ютуба. Очень благодарна вам за комментарии, за поддержку, за сначала сочувствие, потом за то, что вместе со мной радовались о том, что Витя мне нашел серьгу. Огромное вам спасибо за поддержку, улыбалась. Комментарии, конечно, душевные, хорошие, добрые. Все это я чувствую. Мы сегодня с Витей вечером дома планировали одно, перепланировалось другое. Любуйтесь, пожалуйста, полюбуйтесь моей орхидейкой, какое это чудо у меня. Сколько еще бутонов, цветов не распущены. Ой, короче, природа вещь такая, что безумная красота, просто безумная красота. Нельзя глаз отвести от этого чуда. Цветочки мои. Ухаживаю за ними, подкармливаю, поливаю. Витя пшикает, и Витя мне в этом тоже помогает. Всегда умничка. А в данный момент мы только-только... Витя... Добрый вечер. Только-только Витя у меня сегодня по рыбе. С рыбкой занимался. Мы по рыбе. Мы же оба рыбки, да, с ним? И, в общем, он мне сегодня... Таранечка попалась на сегодня. Посолили тараньки. Это будет чудо у нас. Таранька чудо. Потом Витя мне придбал это такое чудо. Мы перековыряли от косточки абрикоски. Отделили. Вот это оставили покушать. Вкуснятина такие. Они зрелые, вкусные, сочные. Стыгли. По-украински, да. И решили мы сегодня ужинать прямо в зале под кондиционером, потому что здесь, на, ну, во-первых, плита, я закрывала огурчики. Кукуруза и рыба жарилась. Да, и рыбка жарилась, и хочется посидеть под кондиционером, поэтому мы себе это позволяем. Да, Витя? Всегда. Позволяем, мы для балуем себя. У нас пятница, мы имеем право на то, чтобы себя побаловать. Степашка в свой ящичек мостится, я его спугнула. Витя сегодня купил накидушку для мотоцикла, она лежит на ковре. Да. Накидку серого купил, цвета. Да. Не стали мы покупать стационарную, знаете, там с целлофаном, то все. Он же стоит на стоянке, поэтому да. Будет и просто необычная на резинке. Пыли. Да, и Степу туда он, кстати, любит. Я когда заправляю постели, Степан лезет под простынь и долго-долго там сидит. Или под покрывало, на него даже можно сесть. Но он не мяукает, потому что я чувствую, что он там, я сильно не сажусь на него. Вот, и у нас сегодня ужин, ну, как рыба. Рыба, она и есть рыба, да, ребят? И у нас, в общем, рыбный сегодня ужин. Карасики рыбные вот такие вот, вкуснячие, с корочкой. И Витя попал сегодня и вчера на акцию и купил ставриды по 52 или 56, 55? По 55 гривен. И мы одну решили поджарить. Я попробовала, голову я тоже пожарила. Жабер там нет, она чистенькая. Морская, да. Мы любим с Витей погрызть косточки. Чистое мяско, один хребет. Вкусненная рыба. Овощи, хлебушек. Телевизор, Витя, Лена. Ой, пятница, как здорово, что мы в пятницу, Витя, с тобой вдвоем, да? Это так редко бывает. Да, сейчас уже время, сколько там? Без 27. О, ну, мы планировали на бусы. Хотели на речку, да. Там вчера тоже приехали мухи, комары, как раз начало солнышко садиться, Лену покусали. Ну, как всегда. Народу кажут, много. Ну, да. Посидим дома. Сегодня. Ну. Не, просто очень много работы. Мы бы, может, и поехали, но так как надо ягоду от косточки убрать и рыбку пережарить, и Вите завтра на работу, поэтому решили мы сегодня побыть дома. Воскресенье уже там. В воскресенье съездим и на дачу, и на речку. Откупаемся, да. Да, все будет хорошо. Говорили мы по поводу того, что очень редко, да, Витя, но пятницы у нас редко бывают. Очень редко, да. Ну, и выходные тоже, чтобы вот так вот... Ну, график есть график, он скользящий, да, поэтому... Да, у меня выходных, ни праздников, ничего нету. Два выходных, один рабочий, два выходных, один... А Витя ж никогда не ложится спать, поэтому отцепных у него нету. Был бы отцепной и два выходных, было бы чудово. Но график, да. увы, другой. Вот, это самое. Значит, что, ребят, завтра Витя на работе, я завтра что-то буду там по кухне немножечко. Ну, так, скажем, немножечко. На работе у меня, ну, как скажу,
Ой, устала я ждать, конечно, но ничего, движется, все своим Гембель, путем идет. Я вспоминаю, когда мы ждали Гембеля, уже последние денечки, заходим. Да, да. Оно... День до вечера, валю. Да, когда ждешь, оно как-то вот, ну, муторно на душе, думаешь, ну вот. Нас не муторно, у нас много было, но все равно. Ну, нас тоже немало. Я сегодня даже уже, это одна сотрудница ко мне подходит, Лен, что ты такая? Я говорю, знаешь, у меня сейчас на устах какая песня? Позвони мне, позвони, чтобы мне позвонил уже кто-нибудь и сказал, Лена, беги уже, пиши. Позвони мне, позвони. И вот, ну, жду. Ничего, я дождусь, ребятки, все будет хорошо. Тоже же в армии обходняк. Да, обходной лист. 19 подписей надо будет собрать. Угу. Вот, и... Ну, за месяц это... можно пройти, да. Каждый день по подписи можно. Нет. Это торопышка у нас. Это не для меня. Там ключа форсаж и будет гонять. Третья скорость. Только же надо обувь будет греться. Да, чтобы только не стереть подошвы. Чем-то надо охлаждать. Да. И вот так, неделя еще одна пролетела, середина лета уже прошла, жара сегодня стояла неимоверная, да, Витя? Середина 36 лета. Я выходила с территории станции, 36 градусов было на градуснике. Все, на все. Это значит 40. Это в тени, так и 40. Больше? Конечно, в тени, а на солнце там, ну считай, я не знаю, там на 15 градусов больше. 36, значит, 40. Ну, 50. По поводу рецепта огурцов, ребята спрашивали, я не поняла, квашеных или... А, квашеных кабачков и огурцов. Ну, в общем, не полный стаканчик на 3-литровый бутылек. 2-3 дня я не готова, это квашеные. А если на зиму, я же показывала, тоже не полный стаканчик соли, постояла, под проточную воду бутылек поставить, оно промывается проточной водичкой, тонкой струйкой. Вот. А в это время этот рассол, в котором были огурцы, его кипятить до тех пор, пока уйдет пенка. Кипятить вместе с крышечкой, которая будет закрыта баночка. Прокипел, пенка прошла, эту баночку берем, воду хорошо сливаем через крышечку с дырочкой, заливаем водичкой, переворачиваем вниз дном, вверх дном баночку, она стоит, остывает, все. И они, получается, бочковые. Ну, я с бочкой, то знаете, хрустящие, да. Уже на оливье, на винегреты. Хорошо идет. Да, можно добавить сухой горчички, можно. Я в прошлый раз добавляла вам, уже потом сказала, потому что забыла, но я ее добавила. Горчичка делает, да, упругость. Да, чайную ложечку сухой горчички она не помешает. И антисептик же хорошо, горчица. Ну, горчица как консервант она идет, и антисептик тоже. Да, да, именно что. Вот такие вот. Даже я версию слыхал, что вот, ну, разные версии, вот молодым кричать горько. То где-то какие-то обычаи были, что дарили ветку горчицы, горчицу дарили как-то там. О, ну я такое слыхал. И горько, именно горчица. Насчет свадьбы ты она сейчас... очень хорошо, ну типа и как оберег. Да. И там, и... Витя, ты насчет свадьбы сейчас говорила. Я вспомнила, Лена вчера рассказывала, сотрудница, по-моему, вчера, да, что она была на свадьбе в... Я за горчицу. Где-то на Западной, да, на Западной Украине, где-то там... Не скажу, какой город, и это не столь важно. Короче, в каждой области же свои у нас привычки, реликвии, какие-то, ну, традиции. Да-да-да. В каждом селе и она сидит же на свадьбе и говорит, ну, а шишки будут давать? Ну, вот каравай там, все дела, там каравай у них такие, у нас каравай просто, ну, хлеб там, косичка, колосок там где-то, это сам там. Такие бум-бум-бум трехэтажные, красивые, с такими, ну, короче, очень вкусно и красиво, но... Она говорит, ну а шишки-то будут давать, а парень сидел напротив, ну какой-то родственник, и говорит, а какие шишки? Она говорит, ну шишки такие, он говорит, ну еловые, сосновые. Она говорит, да нет, шишки из теста, которые... Это на голове, когда берутся шишки. Он говорит, нет, у нас такого не дают, даже еловые, сосновые. По голове настучат шишки. А я вспомнила про семечки, которые лузгать или нет. Но то так. Я же всегда, у меня, если что-то кто-то расскажет, у меня вспоминается свое. А вот, вспомнились, вот когда мы искали эти самые, что, с чем я связала наш хрен в ванной, к чему я это привязала. Ну, наверное, же утром рассказывала, да, про то, что бывает, что в жизни рождаются моменты, раз вот он анекдот, и этот анекдот на всю жизнь, да? Да. И это у нас уже... Села там очень много, где мама жила, там огород, конец огорода, и там плантарь. Хрен хороший такой, я накопал, и в ванной
Короче, рассказывала только что. Ну, Витя расскажет еще раз. И тут гости. Ага. Гости, я так не успел убрать там, типа. А так, я потом сказала ему, и да. Шторку занавесил, да, там. Да. И так, видно, не сильно занавесил, ну там. И Ваня пришел, Ваня. Пошел руки мыть. Земляк мой арбузинский. А Леночка сажает, Ваня, там смотри, Ваня этого, Витя там хрен мыл. О, Ваня выходит. А сколько сожжений он не мыл, что так, так грязно там. Ну, и анекдот. Получается. Вот видите, он на века. Я же говорю, и так вот теперь с этими шишками. Бо он спрашивает, а какие, еловые или сосновые? О, да-да. Вот. Так, ребятки, что? Идут выходные. Я желаю вам очень... Кому не лежать на диване, не лежать, а надо, ну, у кого есть река, идите на реку, у кого есть лес, идите в лес, у кого есть какие-то красивые места, ходите, гуляйте, идите в природу, особенно вечером, когда комары. Да, сейчас купальный сезон сейчас. Да, 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 отдыхайте, короче. Любой водоемчик используйте. Бурно, бурно отдыхайте, бурно. У нас немножечко не будет бурно, потому что, видите, в субботу нет, но в воскресенье уже будет у нас... С утра. Бурно, да. С утра. Все, ребятки, мы будем кушать, потому что карасики так вкусно пахнут, я уже, например, не могу. Я, да, хочу, Лена сейчас работает. Не, не, не то, что я, вот мне рыбка пахнет, я, да, просто хочу рыбку. Ну, аппетитно пахнет. Да, да, да. Всем хорошего вечера, удачно его проведите. Веселитесь, радуйтесь, а главное, будьте здоровы, будьте счастливы, здоровы, улыбайтесь, подписывайтесь к нам, подтягивайтесь к нам на канал. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. Всегда с удовольствием читаю ваши слова, чувствую ваши души. Одна говорит, ну вы вчера пели песню, говорит, ну я не могла плечиками так. Вот так и делайте. Лучше чаще плечиками, ножками, ручками двигайтесь. Все, ребятки, мы вас любим, ценим, уважаем. Пишите нам. Всем пока-пока-пока-пока. Будьте здоровы.